Белореченский комплексный центр социального обслуживания населения в преддверии учебного года проводит благотворительную акцию «Соберем ребенка в школу». Ее цель – помочь семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, подготовить детей к школе. Как и ранее, в этом году акция продлится до 31 августа, и поучаствовать в ней может каждый белореченец. Зачастую в многодетных, малообеспеченных, неполных семьях у родителей нет возможности приобрести ребенку все необходимое к школе. В этом году купить форму, ранец, учебники, канцелярские принадлежности обойдется примерно 15 тысяч рублей. Поэтому сотрудники Белореченского комплексного центра социального обслуживания населения уже четвертый год проводят благотворительную акцию, в которой каждый неравнодушный белореченец может принять участие. Любая принесенная вещь будет очень востребована, ведь нуждающихся семей в районе немало. У нас в Белореченском районе состоят на учете в трудной жизненной ситуации семья, 43 семьи и 99 детей из этих семей. Также у нас состоят на учете в социально опасном положении 23 семьи и 43 ребенка. В общем, около 160 несовершеннолетних детей. Обращаем внимание, что право на социальную помощь есть только у семей, состоящих на учете в Белореченском комплексном центре социального обслуживания населения. Каждый ребенок из таких семей получает в помощь канцелярские товары, одежду. В прошлом году в рамках акции «Неравнодушные белореченцы» помогли 127 детям из 52 семей собрать школьные принадлежности к учебному году. Уважаемые белореченцы, мы приглашаем вас принять участие в акции «Здравствуй, школа». Вы можете принести ранцы, канцелярские товары, вещи в хорошем состоянии. Просим вас обратиться к нам на интернациональную 245. Белореченский комплексный центр социального обслуживания населения. Валентина Калугина, Вера Савельева, Сергей Чернецов. События и люди.